Ребят, всем привет! Компания Boston Technic. Вот наш гость Батр приехал с Республики Калмыкия за новым трактором. Расскажите пару слов, Батр, чем занимаетесь, для чего вам трактор? Ну, мы занимаемся фермерским хозяйством. У нас, естественно, для своих нужд нужно обязательно техника. Мы сейчас полуны разводить, была такая необходимость водиков купить, провести. Приехали в Boston Technic, приобрели трактор ТЗ-82, обслуживание хорошее, по обновлению все в порядке, так что желаю вам удачи в продаже и всего вам доброго. Спасибо. Гости у нас выбрали, получается, новый трактор, соответственно, у кого нет возможности на новый, мы можем предложить технику с наработкой. Также и Батр тоже видел наверняка, и если что-то понадобится трактору, навесной оборудование, сеялки, разбрасыватели и так далее, это у нас тоже все есть. ПКУ, то есть ковши, вилы, тоже можно.